Итак, друзья, всем привет! Сегодня 21 июня 2020 года. Сегодня, друзья, я хотел бы с вами поговорить о том, о таком происшедшем опять случае, это кражи YouTube-канала. Почему я, друзья, выхожу в эфир и решил с вами пообщаться? Дело в том, что у меня было два канала YouTube, и их буквально перед самым Новым годом украли. Это была долгая история возвращения моих этих двух каналов. Каналы, в принципе, я вернул, кроме одного, это садоводный мой канал. Ну, в принципе, я и вернул, только вот подписчики не могут на этот канал заходить мой. А пока что я могу заходить и выкладывать там видеоролики. И что хотел бы я сказать в этом случае? Как у меня украли этот канал? И у меня там будут внизу ссылки. Все, пожалуйста, если кому интересно, вы заходите, посмотрите, там будет целый плейлист. Украли канал Булатов 100. Этот канал неплохой, я его сам лично смотрел, был подписан на него. И украли у Сергея. И принцип кражи, я так думаю, это такой же, таким же, может быть, письмом, пришедшим ему на почту. И он ушел по ссылке, тем самым он отдал свой логин и пароль и потерял свой канал. Ну что хотел бы я сказать Сергею, если он смотрит сейчас мое видео, то пусть Сергей не расстраивается. Во-первых, нужно взять себя в руки, как я сделал в свое время, друзья, пчеловоды. На YouTube многие меня поддержали. Всем пчеловодам спасибо, кто меня поддержал на первом этапе. Это было просто для меня как бы прилив силы. Что нужно делать? Просто успокоиться. Далее написать письмо службы поддержки. И в итоге можно также обратиться в Twitter, найти там как бы YouTube справку. Там обратиться. Ну, я в справке YouTube написал свою тему, описал полностью. Там тем очень много подобных о краже. Можно просто скопировать и написать. Нужно, чтобы на первом этапе вас заметили. Когда ваш канал заметит, что вы обратились, нужно дождаться подтверждения взлома вашего канала. Ну и, в общем, так процесс пойдет дальше о возвращении канала. В моем случае я потом еще кое-куда писал письма, и все-таки меня как бы заметили, и, конечно, прошло 4 месяца, и каналы мне вернули. Каналы были заморожены, естественно, они сейчас не совсем работают, но я не стал падать духом, я сразу же завел новый канал, кое-какие видео у меня были в архиве, я их выложил и продолжал работать. В итоге сейчас у меня как бы 2 пчеловодных канала. На одном канале, ну, подписчиков приличных, которые вернули, но тот канал особо и не смотрится. Одновременно бывало, я выкладывал видео и смотрел по аналитике. Ну, канал пока что в замороженном виде, ну, постепенно, я думаю, он оттает и будет работать. Ну, а тот, который канал я после Нового года сразу завел, тот, да, работает. Выкладываю видео, просмотры есть и неплохие, я считаю, для меня это... Ну а что Сергею? Сергею, если есть возможность, Сергей пусть свяжется со мной. Мы с ним по почте попереписываемся. Может быть, я дам какие-то ему еще советы и адреса по возврату своего канала. Ну а так, кто вот с YouTube, у кого свои каналы, можете мое скачать видео и тоже распространить у себя на каналах, чтобы многие пчеловоды, которые имеют свои каналы, не попадались на эти все эти грязные уловки мошенников. Я думаю, так. Чем больше информации, тем лучше и для нас, пчеловодов, которые имеют свои YouTube-каналы. А так, друзья, Сергей пусть держится, крепится. По возможности создаст новый канал, это так, для подстраховки. В принципе, с кем я, друзья, общался, у кого также украли каналы, кому-то возвращали быстро, в течение месяца, кому-то через 2, через 3, ну, у меня получилось через 4. Но, тем не менее, все видео было на месте,
пчеловодная имеется. А вот тот канал, который у меня по садоводству, тот канал вернули, там мое видео полностью было удалено. И что произошло потом? YouTube мне полностью все восстановил. Все удаленные мои видео все восстановили. Ну, я уже говорил, что пока что зайти на этот канал могу только я, а гости, подписчики пока что в закрытом виде. Но видео мое по садоводству, оно есть в интернете, в доступе. Ну а так, друзья, делитесь моей информацией, поддержите Сергея Булатова. На этом видео свое буду заканчивать. Всем, друзья, пока и до новых встреч. Всем удачи. Пока-пока.